Всем привет. Фух. Канал Русский ФПС. И по названию вы уже догадались, что у нас сегодня будет Песка шестая. И в главной роли у нас будет сегодня молодой Роналду. Я, если честно, думал, с кем бы, ну, против кого мне какую команду выставить. Естественно, тогда он играл в Манчестере. Но что выбрать? Либо Реал, либо Барсу. Я так подумал, можно же сделать все намного интереснее. То есть, где эта команда? Тут лицензия только у Манчестера и у Арсенала. То есть, мы будем... Вот это Челси, например. Вот. Манчестер, Сити. То есть, выбираем стандартные формы. И, естественно, Роналду должен показать себя во всей красе всего лишь за 5 минут. Вот так вот. Рандомный стадион выбираем вообще без разницы. Ну окей, пусть будет такой. А, ну и посмотрите на эти стрелочки, скоро выпущу рубрику по ним. Вот, поэтому ждите и, ну короче, узнайте в следующих выпусках, что это будет. А, по составу, я не знаю, думал ставить его на Напа или на обычную позицию его, то есть на правом вингере. Да, и сегодня Роналду у нас будет под бестами, у меня там почему-то поставлена максимальная. И у Сити тоже такие же будут. На правом вингере он будет играть. И ему будут помогать во всем Руни и Саа. Это нападающие. Довольно-таки тепло, 33 градуса. А вот этот перформанс мы не будем смотреть. Выход на поле. Так, что у нас там с звуком? Опять в одном ухе. Ну, я думаю, вам хотя бы будет немножко слышно. Так, вам темно. Вот так вот более... Так. Вот была возможность записывать экран, я бы ей воспользовался. Но пока только так. Вас немножко отсвечивает синим, а в принципе так нормально. Не играл в PES примерно дня 3, и вот уже первые ошибки у нас идут. Пока не могу, не знаю, как это комментировать, потому что, ну, особо ничего интересного нет. Вот первая атака, и Манчестер сразу же атакует. Мы еще не подключили Роналду, а уже прошло 10 игровых минут. Вот сразу же, значит, оп, оп, он туда побежал, мы ему, все, все просто. Опять же, все, он уже на ударке, но тут вряд ли что-то получится, надо было на Руни отдавать. Ой. Ошибка, это был Шея, а в принципе похож на Роналду и по росту, и атака в принципе была неплохая. Вот так вот один игрок смог создать в принципе неплохую атаку. Сейчас включаем прессинг, это естественно не тот Сити, который был, ну который сейчас, который лидирует в чемпионате и берет чемпионство, но никак не может победить в Лиге Чемпионов, как в 90-х, допустим. Вот. Это была фактически средняя команда. Ну, на самом деле, я тогда не интересовался футболом и точно не могу сказать, какая это была команда. Вот как раз таки Роналду сейчас потерял мяч и вступает в прессинг. Странный навес, естественно, надо все вынести. Фердинанд на Кристину. Кристина запускает. Запускает. А вот мы сюда. И, в принципе, на нас никто пока не нападает, мы можем ускориться. Еще ускориться и даже может пробить с... Да ладно. Что там? Ну, вряд ли там был бы гол. Все-таки острый угол и вратарь-то там неплохой стоит. У Сити все. Если даже учитывать, что это, допустим, середняк АПЛ, то все равно. Оттягиваем на... Блин, я не думал, что он будет навешивать. Обычно они все бьют. Вот. Вот опять-таки Роналдо здесь взял, убежал. Все, в принципе... Ой, зря я это сделал. Ну, можно пробить. Там вратарь взял в руки. Ну, что-то мешает мне, пацаны. Давай какой-нибудь комментарий по моей игре.
Ну, я жду. Пистов Warcraft лучше. Да, Пистов Warcraft лучше. Причем здесь Warcraft? Давай. Что лучше? Давай, Тимур. PES или FIFA? Смотря какая, смотря где. Нет, а вообще, в принципе. О! До свидули. Все. Острый угол и цичанс. Ну, естественно. Да ладно. Иди сюда, посмотри. Вот смотри, Кристина. Я просто хотел с острова за Кристину залить. Не получилось и так. То есть вот первый сейф, а там уже дальше блокировка. И возможно там шанс был бы, но не получилось. Свисток, идем на перерыв. Не знаю, может... О, все, наконец-то появился звук во втором наушнике. Пока что игра скучная, невеселая, и я выбрал 5 минут, значит, мы будем биться аж, ну, до пенальти, если, может быть, там что-нибудь будет такое интересное. Так, вот мы вот так вот пока назад, вперед, 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 и там правый защитник должен открыться, да. А, нет, Роналдо откроется, вот первый финт, и там можно даже попробовать... Да. Там офсайд, да? Блин. Какая-то минута уже 54-я. Не знаю, буду ли я это все нарезать или так просто пущу. Вот подкат. Все. Иди. Ну, я не знаю, я ему, так сказать, приказал забегать, он не забегал. А вот прострельчик. Все. Хорошая атака. Первый гол есть. Райан Гиггс, ну, от Роналду что здесь было? Его блестящее ускорение и прострельная передача в центр поля. То есть мы здесь не так, типа, о, там не забил, не отдал голевую. Ну, в принципе, очень умно все мы это сделали. То есть вот передача и в пустые буквально. То есть передача очень классная вообще. Сейчас можно это увидеть. Вот. Оп. Запринял. Естественно, тут прям на грани. Ну и Райан Гиггс в пустые. Ну а что нифиг делать вообще? 1-0. Играем на максималке. Не забываем. То есть, по-моему, там звезда футбола. Вот, сразу же прессинг включаем. И ну, они сейчас должны отыгрываться по плану. Потому что звезда футбола, она не упустит свой, все свои возможности. Если так можно выразиться. Да ладно. Да нет, он сам упал. Да сам. Фу, ну ладно. 67-я минута. Вынос. В нос. Так, это у шея. Ай. Оп, оп. Все. Спокойно ушел от защитников. Я не знаю, только что он не забегает. Так, окей. Ну ладно, на Роналду мы не будем играть, потому что много... Да ладно. Когда сказал, тогда начал открываться. Серьезно. Оп. 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 О. И лонгш. По центру. Ай, ну бывает. Бывает. Ну что мы имеем? Я хотел... в принципе, можно было вон там Руни стоял. Я хотел в соус зарешать, но он пробил по центру, а не в девятку, к сожалению. Ну, с левой ноги бил, нормально. Пойдет уже 80-я минута, может, можно, я не знаю, там забить в свои. Ну, или все-таки попытаться доиграть этот эпизод. Что там? Ну, и вынос, это по стандарту. Оп. Оп. Очень много отвлекающих факторов. Оп. Ну, можно в соло зарешать. Ну, времени для матча было очень мало, 5 минут. А это значит что? Это значит, что очень мало моментов. И вот один из них. К сожалению, гола здесь не было. Все-таки надо... Нет,
нужно как-то и совмещать и без монтажа, и маленькое количество времени. Вот так и получается. Еще одна атака. Можно попробовать просто на скорости обойти. Оп, оп, оп. Оп. Да. С разворота нет, там не получилось уже. Да еще и офсайд. Нет, сейчас он выносит, и все на этом заканчивается. Но в принципе, если так посмотреть, то что сделал Роналдо? Несколько хороших открываний. Раз. Парочку крутых лонгшотов. Два. И вторая голевая, ну, она так называется. Вот я думал, что это Роналдо бежит, а это оказался Ушея. Вот. Но Роналдо, конечно, такие реализует сразу же. Вот как раз таки его момент. Первый очень хорошо ускоряется и пробивает. Ну, правда, это острый угол, поэтому вряд ли. Ну и вот еще одна атака. Здесь, во-первых, блок, потому что по центру. И потом второй блок уже от защитника был. Так. Сейчас все это проанализируем и уже закончим. Пока не закончили, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот как раз таки Роналдо отдал пас на ЗА, потом ЗА на Гикса, и Гикс уже в пустые ворота все это реализует дело. То есть все это просто и, ну, на пальцах. Выиграли 1-0, но в принципе матч был неплохой. Качайте Песку, а не играйте в FIFA. Вот, еще один удар от Роналдо по центру, но в принципе мяч был тяжелым. Вот видите, прям как в настоящем футболе, то есть он получает мяч и старается уже что-то с ним сделать. Это реально такой геймплей классный. У PES 6. Поэтому качайте PES. На канал подписывайтесь, ставьте лайки. И, ну, в принципе, можно заканчивать. Сейчас пойду еще что-нибудь запишу.